А сегодня что принесли с собой? Что принесли? Снова Толстого. Все, прошу всех. Воскресенье. Глава Роснефти Игорь Сечин снова не явился на заседание в Замоскворецкий суд. Как пояснила судья Лариса Семенова, повестку Сечину снова отправили и по электронной почте, и факсам, и почте России. В почте России ждут адресата по месту вручения, а электронное письмо получено, но неизвестно кем, как уточнил судья. На заседание также не пришел и вызванный в качестве свидетеля сотрудник ФСБ Александр Калиниченко. Судья зачитала письмо от его начальства, в котором говорилось, что Калиниченко находится в длительной командировке. Адвокаты Алексея Улюкаева попросили суд снова направить повестку обоим свидетелям, и Сечину, и Калиниченко. Как отметил адвокат Тимофей Гриднев, защита намерена ждать в суде обоих свидетелей. Он также попросил допросить на следующем заседании специалиста, который делал заключение для психолого-лингвистической экспертизы. Защита ставит под сомнение эту экспертизу и планирует задать специалисту вопросы. Следующее заседание по делу Алексея Улюкаева назначено на 22 ноября. Бери отсюда! Вытри, убитак, бегом! Ну, сюда сечем поедем.